Приветствую вас, друзья! Добро пожаловать в игру Battleground. В данном гайде я поведаю о пяти вещах, которые сохранят вам жизнь чуть дольше, по крайней мере, чем это у вас обычно бывает. Есть вещи, которые, я думаю, знает уже большинство. Есть вещи, которые, возможно, кто-то еще не знает. Поэтому посмотрите, возможно, в данном ролике вы что-то полезное для себя приобретете. Поехали! Первое, что я вам хотел поведать, это при высадке, если вы хотите куда-то очень далеко долететь, все очень просто. Когда вы прыгиваете, сразу раскрываете парашют и планируете со скоростью от 35 до 45 км в час. Тем самым у вас сохраняется скорость, и при этом вы очень далеко планируете от основного места высадки. Очень хорошо помогает, если вы знаете хорошие места дропа, или там вам нужна, допустим, машина, но самолет летит не по той траектории. Безумно помогает, еще раз вам говорю, и, возможно, это спасет вам жизнь. Вторая очень нужная вещь, когда вы убили своего противника, не залазьте в ящик, просто подходите, нажимаете таб, и у вас появляется все, что вам надо. Тем самым вы можете быстро себе перетащить всевозможные боеприпасы, не тратя на это время. Третье, по базе или по дому старайтесь передвигаться бесшумно, то есть без ботинок. Возможно, это предрассудки, но иногда это реально спасает жизнь. Используйте в домах только дробовики, они крайне эффективны, в отличие от каких-нибудь автоматических оружий. У них потому что достаточно кучная дробь, плюс в помещениях она очень хорошо входит, так скажем, в противника. И обычно достаточно одного выстрела, чтобы сделать свое черное дело. Следующий совет, когда вы выходите в дом, обязательно открывайте и отходите, потому что очень часто бывают засады, зашли, посмотрели вот так, заходите дальше. Далее, что вы делаете, смотрите наверх, на всякий случай, всегда проверяйте, всегда могут быть засады. Открыли, отошли. Очень часто бывает, когда вам прилетает дробь прям в лицо. Обязательно вот так заходите, смотрите, нет ли никого. Нету, все, зашли и продолжайте игру. Пользуйтесь этими советами, тогда вы будете достаточно просто брать топ-1. Спасибо, что смотрели, подписывайтесь на группу, подписывайтесь на канал. Всех благ!